Страна FM принимает поздравления. Коллеги сказали, останься, и даже специально заказали для меня эту песню, и я, конечно же, остался. Я чуточку прямо вот позволю себе сказать лишнего. Знаете, в жизни каждого мужчины наступает такой, знаете, момент признания. И вот у меня он тоже наступил в 3 часа пополудни. Главный редактор здесь, Айсана Хайрульна, будет вести со мной. Майк Войс, Миш, спасибо большое, спасибо. Друзья мои, хорошие, дорогие, любимые, с праздником вас, потому что все, что сегодня происходит в нашем эфире, вообще все, что делает телерадиоканал «Страна FM», конечно, это все происходит для вас исключительно. Самые лучшие песни, прекрасные, потрясающие гости. И я счастлива безмерно, Миша тоже в восторге пребывает. Я в восторге. Позволь мне, все-таки дама, все-таки вот, ну, давай, хочу. Люда Соколова. Людочка, здравствуй. В микрофон, пожалуйста, Люд. С днем рождения. Ну, а, ты, лучше так. Ты... С днем рождения. Еще раз. С днем рождения, страна. Люд, дорогая, неустанно, мы тебя благодарим и будем это делать, потому что ты с нами все 2 года, и не просто в гостях, и не просто представлена в эфире, а, друзья, ну вы знаете, это голос наш прекрасный, потрясающий, который в оформлении мы слушаем в день по 100 раз и не надоедает. Вот знаешь что, Люд, не надоедает. Вот так. Люд, и я тоже вставлю свои 5 копеек. В вечерней программе по заявке не было ни одной программы лично у меня, чтобы не просили поставить твои песни. Правда, это правда. О-ля-ля. Людочка, в общем, спасибо тебе за то, что ты пришла. И, конечно, спасибо, нам невероятно волнительно в ожидании поздравления твоего и пожеланий. Я бы очень хотела, чтобы у вас звучала особенная музыка на «Страна FM», как и звучит вот уже эти 2 года. Очень хочется, чтобы вы вот так честно, как вы идете, открыто ко всем людям с музыкой красивой, так бы еще и шли как минимум лет 150. Это как минимум. И я бы с вами тоже вместе шла. Потому что очень хочется жить, петь, радовать людей, радоваться самой. И вообще просто хочется, чтобы расцветали цветы, как сегодня у вас в студии здесь на «Страна FM». Ой, спасибо. Дай тебе Бог, большое. Чтобы вы все были здоровы, чтобы у вас было вдохновение бесконечное, безграничное, каждодневное, ежесекундное. Ну и, конечно же, от меня лично хорошей музыки. Ох, это точно будет. Кстати, Люд, ну давай расскажем. У нас еще записи готовятся. Мы опрашиваем артистов. Ну, друзья, вы это чуть позже обязательно увидите и услышите. Но вот в том числе Люду просили поделиться ассоциациями «Страна FM». Люд, ну давай расскажем, раз уж ты рассказал. За кадром уже это было. Да, давай уже в эфир. Вообще говорят, творческие люди питаются из одного колодца. Так оно и есть, потому что буквально готовясь к тому, чтобы прийти сюда, я подумала, интересно, с чем у меня может ассоциироваться «Страна FM». И я поняла, что с полем, которое усыпано разноцветными цветами. Когда я пришла сюда, на студию, так, я увидела, что моя идея воплощена просто в реальность. Живые, это да, действительно так и есть, потому что здесь соцветия разной музыки и разных стилей. И мне даже вот люди, которые еще здесь не появились, но очень хотят появиться на «Страна FM», говорят так одно и то же, что абсолютно «Страна FM» отличается от всех. Абсолютно. Вам это удалось. Спасибо. Я очень рада. Спасибо. Вот большое. Не хватало этого. И вам спасибо. Ну что, раз поляна, «Страна FM», цветочек, Миша, цветочек, да, Саша, в общем, ну все мы цветочки, что, хороший комплимент? Ну а как, а так? А кстати, нельзя, давайте поблагодарим тоже. Ну почему нам бы не поблагодарить, да, нашу замечательную компанию «Королевские оранжереи», которая сегодня занимается оформлением. «Королевские оранжереи», да, которая занималась оформлением нашей студии. Это невероятная красота. Людочка, дорогая, что ты нам сегодня подаришь? Что это будет за песня? Ну и я почему же не могу без рока, вы же знаете. Да. Вот, совсем недавно у меня появилась песня, которую написали Саша Лунев и Олег Томашевский. Я им очень благодарна за этот рок, наконец-то, потому что я ее пою с большим удовольствием. Песня называется «Я люблю твои глаза». Мы любим эту песню тоже. Это признание любви всем моим. Ну давайте слушать. Поехали. Ты, как я, мы погружаемся в мечты, как дети. Нежно расставленные сети здесь на белом свете. Ты, как я, не хочешь хитрым быть и осторожным. И твоя вера в любовь живет под кожей, как моя похожа. Я люблю твои глаза,
хочу зимой цветов, а летом снега, как воды. Два непонятных человека, ни альфа, ни омега. Я, как ты, такое эхо и такое эго. Мы видны, мы собираем сны, как лего, здесь в начале века. Лёшечка, спасибо большое. Между прочим, твоя песня уже побеждает и по ступенькам хит страны и покоряет. Ты что? Люд, сегодня у нас такая история очень хорошая и правильная, да? Вот да, Миш, например, с утра необычная и творческая. Руководит написанием гимна. Миш, ну давай, рассказывай. Рассказываю. Здесь очень простые правила. У нас каждый гость пишет по строчке. Некоторые пишут даже две. Вот последняя была. Я опаздывать не буду, чтобы музло гремело всюду. Читаю в обратном порядке. Дальше надо что-то срифмовать. Но я подскажу. Можно уже... А можно не рифмовать, можно начинать новый куплет. А можно начать новое, действительно, потому что там уже рифма есть. Ну, вообще говорят, никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый человек великий учитель. Вот хорошая последняя фраза. Я опаздывать не буду. Она, кстати, ко мне тоже имеет отношение. Так, я даю сразу маркер. Получите, пожалуйста, кисть. Кисть художнику вручена. Художнику. Особенно я давно не рисовал, но я попробую. Да, ничего, мы попробуем потом расшифровать. Я опаздывать не буду, напоминаю, последняя строка у нас была. Дальше, ага, появляются буквы. Буду петь и танцевать. Ага, и танцевать. Так, Лючка, а ты еще хотела, по-моему, еще одну строчку добавить, если не ошибаюсь. Честно, пока не знаешь. А я люблю страну FM. Хорошо. А конечно, она напрашивалась сама собой. Это же рифма. Буду петь и танцевать. Я люблю страну FM. Нормально? Я подслушала у Люды в песне как раз. Я люблю твои глаза. Я люблю страну FM. Все. Я люблю страну. Я люблю страну FM. Да, экономить маркер надо, поэтому мы вместо слова «люблю» рисуем просто сердечко. Да что ж нам жалко маркер? Я даю новый. Надо новый? Миш, справились. Лёшка, спасибо тебе большое. Я надеюсь, что ты примешь участие в записи этого гимна. Спасибо. Расскажи нам, пожалуйста, коротенько, какие у тебя ближайшие планы. А, у тебя же будет сольный концерт. Да, 20 октября. Ты к нам придешь и подробно расскажешь, но сейчас давай такую закинем за травочку. 20 октября в Градский холл в 19.00 этого года, 18-го, состоится скоро? Мой сольный концерт спустя 7 лет, кстати. 7 Это лет. Очень серьезно, да. Состоится сольный концерт просто с живым оркестром, с потрясающими танцорами из Америки. Все секреты рассказывать не буду, но будет очень здорово, мне кажется. Секреты ты потом придешь, расскажешь у нас в эфире. Обязательно. Приглашаю всех. Да? Друзья, а мы в октябре пойдем на концерт. Постарше нас 7, а нам только 2. Хотя так не скажешь, кстати. Нет, я бы сказала. Вот, кстати, там и отметим. Уже в школу пошли. Людмила Соколова. Спасибо, Людочка, спасибо. Мы тебя очень любим. Спасибо. День рождения. Спасибо. Продолжается. Страна FM принимает поздравления.